Итак, всех приветствую. Давай-ка глянем, что тут у нас по карьере. Не играла несколько дней. Ага, Тойотка, все вспомнил. Чемпионатик, предпоследний, по-моему, вообще. Что там у нас? Испания. Так. Ровный асфальт, абразивный асфальт, старый ровный. Ну, ровно мне, в принципе, комп ставит. Поехали. На ровном. 5, 4. По-моему, в прошлой серии 2, в этой, в Японии ехал на Тойоте. Это было почти неделю назад. Да. Сегодня четверг, по-моему. Да. А серию я снимал где-то в субботу, в ту. Вот не играл, надо разыгрываться по ходу пьесы. В субботу или воскресенье снимал, записывал. Ну, а как она сидит на трассе, четко. Вообще ни сноса, ни заноса, ничего нету. Полностью слушается управление. Левый 2, длинный, правый 4, на контроль. Шикарно. Правый 2 и левый 2. Правый 2. Не срезать. Не срезать. Почему? И правый 2, 30. Я уже хочу приступить к следующей части ралли, которая у меня заготовлена. Ну, я ее скачал, не установил еще. Вот скачанный образ лежит. Тихо, тихо. Я ее не тестировал еще, не знаю, потянет ли она на запись. То есть сама игра пойдет без проблем, конечно, но... Как оно на записи будет? Газовочка произошла такая неплохая. И правый 4, и длинный левый закрытый 3-5. Да, это Toyota создана для этой трассы, ну, для Испании. И внимание, правый 7 и левый 6. И правый 4, открытый длинный. Тут нужна машина на таких трассах идеально, правый отзывчивая. 7, 30, левый 5, по управлению. Идеально, чтобы слушалось. Никакие левый пробуксовки, 7, сносы, 5, заносы 5, здесь неприемлемы на этих поворотах, на этих связках и для эффективного прохождения, имею в виду, поворотов. Нужны отличные тормоза здесь также. Время 3:10. Угу. Чего? А, все, я испугался. Думал, меня там аж в списке не было. Еще раз Enter надо было нажать и тогда увидеть. 5, 4, 3, 2, 1. 70, правый 2. Прямо 70. И поворот на левый 2 и левый 2. 30. Левый 2 и левый 2. Сильно срезать, да брось, не видно тут нифига кустов. Ну и кустов-то видно просто, блядь, они каменные, могут быть, врежешься в них, все. Такое было неоднократно.
Правый 4, прямо 50. И внимание, правый 3 сужение через трамплин и левый баскет. И левый 3 следует. Так. 30, внимание, левый 3 следует. И правый 5. 30, левый 4 следует. И правый 2. Отлично, отлично. И длинный левый 4, на контроль. Поворот на правый 2, открытый 270. Левый 2, 50. Понял. Правый 2, 50. Правый 3, 100. Длинный левый 2, открытый 200. По канаве немножко. Поворот на правый 3. 50, левый 2. И внимание, правый 3 и левый 5 срезан. 50, левый 4, срезан. Отлично, отлично, блин, как же она слушается, а? Просто, блин, чуть-чуть упрощенная версия Subaru Impreza. Вот реально. Левый 2 и длинный правый 5. 30, длинный правый 4 через трамплин и по почкам. 30, внимание, левый 6 сужение. Subaru все-таки побыстрее будет. И чуть-чуть она... Левый 4, 30. Как сказать, еще более цепко, чем Toyota. Левый 5, открыл, 50. Трамплин и левый 4, и внимание, длинный правый 4. Понравилась мне эта версия. 30, длинный левый 2. Длинный правый 3, на финиш 50 до остановки. Есть такое дело, 2.48, да. Так, время у нас, отличное время, отыграли. А, третий этап Германия, дождь, полдень, первая трасса. Ставим мокрый асфальт. Тоже дождь, ровный асфальт, старый асфальт. Ну, ставит влажный, но я поставлю все-таки мокрый. Раз мы едем в дождь. Да. Все, го, повреждений нет. Халява. Да, в принципе, я и вангую, что там были бы минимальные повреждения после Испании. Какой влажный асфальт? Тут нужен мокрый асфальт. На левой 6. Ну, Германия тоже прикольно, мне нравится. Так, чувствуется, машина уже с торможением немаленечко плывет по трассе. Да. Дотормаживать приходится еще ручником иногда. Корректировать, вернее, угол входа в поворот. Гравий, ну да, конечно, куда же без него. Так, ну посмотрим, как она будет на мокром асфальте по гравию в лесу вести себя. Отлично она себя ведет. Прекрасно, вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Нету никакого уёбищного заноса или сноса. Все идеально. Охренеть, просто охренеть. Как она тормозит, а шикарно, блядь. Ах ты. Блять, твою мать, так и знал, что... Надо было чуть-чуть затормозить еще. Пожаднее, чем скорость. Ну ладно. Не срезать, потому что здесь... Ах ты, ёб твою мать. Посмотрел на индикатор в левом нижнем углу и думал, пройду столбик. Не прошел. Ладно, ерунда. Время иногда не очень. Через узкий мост, так.
Я более чем уверен, что обгоняю компа все равно. Срезать. Да, как скажет группа. Так. 2.49. Так. Угу. Подмост отлично. Так, 3.34 время. В принципе, не сильно много. Выиграл по времени. 5 секунд. 6 почти. Ну, блин. Победа есть победа, однако. 30, внимание, длинный правый 5. И левый закрытый 2 к 4 через комплект. Угу. 30, правый 2, левый 2. И на длинный комплект и левый 3. И правый 2 закрытый через комплект. 30, левый 2. Прямо 50 на контроль. Охренеть. Так, держись. Да как скажешь. Жмем. Бля, в дождь это. Ой-ой-ой, так, трави. Тормози. Я скажу, что это одна из идеальных машин, на которых я в ралли вообще ездил. Она просто слушается и выполняет любые команды практически мгновенно. Потрясающая машинка. Потрясающая. 2.31 время. 18 секунд наиграл. Отлично. Техобслуживание. Так, и всего-то колеса. Охлаждение. Так, кузов. Мосты. Вообще это по мелочи. Так, что тут у нас? День дождь, ровно асфальт. Ну, мокрый асфальт нужен. Да. Первая трасса так, а следующая дождь, не хочется там. Хотя я уверен, что это Toyota. Если даже гравий сейчас возьму, она поедет прекрасно.
без проблем. На влажном, на сухом, неважно, она справится с задачей спокойно. Вау, переиграл со скоростью. В открытую шпильку. Поворот на левой 6, не срезай. 70, правый 2 и поворот на левой 6. Ручник нужен. И правый 2, поворот на правый 6, срезай. Угу. И левый 3, правый 2. 30, поворот на правый 6, срезать и левый 6, срезать. Срезать. Тоже срезать маленько. Так, что-то сильно оттормозился, ладно. Главное время. Вау, ушел чуть-чуть в поля. 30, держаться справа, прыжок и левый 3 контроль. 30, внимание, поворот на левый 6, через очень узкий рост. 30, правый 2. И левый 2, и поворот на правый 3, не срезать. Левый 2, 50, поворот на длинный левый 3. 30, поворот на правый 6. 50, внимание, левый, поворот на правый 5, через очень узкий мост. Тут этих мостов, конечно, немерено. Поворот на левый 6. Правый 2, через трамплин, длинный правый 2. Угу. Длинный левый закрытый, 2-3, на контроль. Эта машина намного лучше, чем бешеная Audi Quattro, на которой я ездил. Эта Toyota управляется раза в два лучше, отзывается, то есть она медленнее, конечно, да, разгон, максималка, все, но, блин, она даже сидит на трассе лучше, чем та Audi. Поэтому, о, вот и дождь. Поэтому я выбираю Toyota однозначно, что лучше, я вот думал, из последних машин, на которых я ездил. Ну, Ford MK не в счет, как бы, а вот Audi была Quattro, и вот Toyota, конечно же, Toyota. И пофиг, что она медленнее, это не важно. По всем другим параметрам она намного лучше. Жаль, что только вот получается один раз за игру дали возможность на ней поехать. Вот в этом чемпионате вот я ее выбрал и дальше смотрел. Нельзя нигде больше, больше ее уже будет выбрать. Ну да ладно, что. По-другому-то как машины проверишь? Ага, засчитали мне такую срезку. На метр, блин. Ну ладно.
Снова отрезок через лес. Поехали. Вижу. Последний отрезок. Смотрите на повреждения машины. Практически их нет. Просто потому, что она шикарная. Видно, что передние левое и правое колеса сильно разогрелись. 10, поворот направо, и 2. Да, я бы даже сказал, что они подизносились, то, что разогрелись. Ну и все. Время 35. Вот так вот. Техобслуживание будет следующее, и следующий этап. Так. А, супер этап. Дождь, полдень, старый асфальт. У меня стоит мокрый асфальт. Окей. Поехали. Там супер этап. Давай пройдем. 5, 4, так сказать, 3, под это. 2, 1. Закрепим результат Германии супер этапом. Чтобы противников вообще в пух и прах разбить. На чем он едет, я не посмотрел. По-моему, это гольф. Да. Хорошо идет, кстати. Соперник. Хорошо идет. Так, ну и финишируем. Угу. А, нет, подожди, у него Citroёn, блин. Как обознался. Да, вон. Citroёнчик. Вот время вы видите на экране, все. Результат есть. Следующий этап будет Финляндия. У нас очень тоже классно там гонять. Да. Ну, это будет в следующей серии. Все, на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.